Вот у меня справка о том, что мне нужна справка от вас. В таком случае мы вам выдадим справку о том, что справок не даем. А что стало причиной вашего расставания? Ложь? А именно? Я его спросила, тебе сахар в кофе положить? А он ответил, ложь. Ну, Макдональдс, сегодня я точно выиграю. У меня дед так говорил, когда у нас еще квартира была. Форте, пьянствуете уже? Нет, пока только пьянируем. Бедняга, дед Петруха совсем оглох. Боюсь, что его сейчас уволят. Чепуха, его собираются перевести в отдел жалоб. Как составить блондинку изменить свое мнение? Падут ей в ухо. Я мудрая старая пофигистка. Как я тебе завидую. А мне пофиг. А коньячок в театр лучше приносить в бутылочке из-под активии. Она непрозрачная. Ух ты, дед Петруха, какой ты опытный театрал. Дожили до зарплаты. Деньги еще остались. Вот сидим и думаем. Научились экономить или забыли заплатить за что-то? А пойдем в воскресенье по тропе здоровья в лесу гулять. Отличный вариант. Водки сколько возьмем? Вовочка пришел домой грустный. Ма спрашивает, что, опять двойку получил? Вовочка говорит, да, скорее бы на пенсию. Дорогая, посмотри мне в глаза, что ты видишь? Там тьма и как будто темный лес. В глаза смотри, а не в ноздри. Петр Петрович, один ваш подчиненный хочет с вами поговорить о повышении надбавки. Скажите, что меня нет. Это невозможно. Этот человек знает, что вы сегодня пришли на работу. И кто же он? Да это я. Итоговое учение ВДВшников. Проверяющие наблюдают за прыгающими и что-то записывают. Генерал смотрит, что один злой солдат плетется в сторону аэродрома и спрашивает, а ты это куда? А тот отвечает, на повторный прыжок. Генерал говорит, так ты же отпрыгался. А тот говорит, так надо было с парашютом. Ты читал книги Хоббита Отшельника? Нет. Ну, а вы? Я первое спросила. Съел вот головку чеснока. Так многие женщины от меня долгое время шарахались. Вот оказывается, сколько нечисти вокруг. Я не вожу автомобиль. Стараюсь не принимать антибиотики. И стараюсь сделать все, чтобы не было причин отказываться от алкоголя. Человек в костюме выглядит очень успешным. Пока не узнаешь, что он работает на человека, одетого в тенниске и джинсы. Подписываемся.